Так, проезжаем нефтяные вышки американские, откуда качают американскую нефть. Так, ребята, виноградник. Вон они некоторые работают. А вот тут интересно, виноградник и нефтяная вышка прямо возле него, посередине стоит. Но она почему-то сейчас не качает. Вот в этой пустыне добывают нефтюшку. Нашу американскую нефтюшку добывают. Нашу американскую нефть качают. Эти американцы. Я не заснял, там одна была, работала такая, или две работали, а остальные почему-то стоят. Ждут, пока нефть подорожает. Что, зая? Тебе жарко? Олюша, мы едем с одной температурой постоянно. Это у тебя прилив. Вот кофту, кстати, снимите, я же в майке, а то непонятно, одни в майке, одни в куртке. Сними, сними. Не, очень сижу еще в куртке. Здесь же в майке жарко, а вы тут в кофтах сидите, я не знаю. Виноградники. У нас в салоне сейчас 73. Вполне очень комфортно. 75 делаешь, уже жарко становится. А о, мандарины или апельсины? Мандарины или апельсины? Вот мандариновые сады проезжаем. Кто не видел, как они выглядят, смотрите внимательно. Мандариновые сады. Тихо, на дороге какая-то гадость, сейчас я подскочу. А вот это виноградники справа, да? Клево. А вон и слева, и справа. Винограднички. Изучаем калифорнийскую природу. Сельское хозяйство. Быка не успел снять. Кстати, в Калифорнии вот проезжали ферму. Огромные черные бычары. Такие огромные. Похожи на бельгийских. Может, это и бельгийская порода. Но такие бычары здоровенные. Больше наших намного. Такие лоси. Ну вот, набрали водички, мы попили. Ну, кстати, вода вообще невкусная. Какая-то мягкая очень и без соли. Как будто на Украине. Украинская какая-то по вкусу. Как в Запорожской области. В Украине. Не надо, пошли в машину. Ян, пошли. Вот. В общем, мы вот на такой рестерии. Кашляем еще все после Беларуси, после белорусских болот и простуд. Вот. Покушали, погуляли, помылись. Туалеты, кстати, везде бесплатные. Пока еще в Америке мы не встретили платного туалета. Выпей антибиотик. Пока еще не встретили бесплатного туалета. Ой, платного. Что я говорю? Вот. С машинкой жалко будет расставаться. Вот. Неплохая машинка. Но пересядем в дешевенькую. Вот тут хорошо такие растерии. Солнце, кстати, такое припекает, а воздушек прохладный. Хорошо. Хорошо, неплохо. Походили, освежились. Нам еще миль 200 пилить на север Калифорнии. Перебираемся с юга Калифорнии на север Калифорнии. Лос-Анджелес. С той стороны Лос-Анджелес мы покинули. И держим путь в сторону Сакраменто. Сан-Франциско, Сакраменто. Миль 200 еще. Ну ладно, показали мы вам обычную рестерию. Тут туалеты бесплатные, для инвалидов отдельные входы, да, есть, видите, стояночки. Отдельно все для колясок. Тут все так, вот ходят люди, убирают. Кстати, убирают черные. Вот та женщина вроде мексиканка. А там он черный перец такой. Именно черный-черный. Африканец. Сразу на вид видно, что он африканец. Вот. Ну все, едем. Хватит нам этого времени. Нам еще ехать долго, бибика, понимаешь? Бибика есть? Бибика есть везде. Все, Егор, поехали.
Скажи нам пару слов, как тебе Калифорния, Южная Калифорния? Не ожидал. Так, Ян. Давай ты первый, я думаю, что мне. Все, всем пока, едем дальше. Американские прерии. Ла-ла-ла-ля. Дети, это Америка. Павлюша, Америка. United States. Жан звонит. Окей.